Акционерное общество «Жамбылгипс» расширяет горизонты в производстве стройматериалов. Сегодня в торжественной обстановке был произведен запуск двух новых цехов. Один из них не имеет аналогов в Казахстане. Каков объем производства и что это даст экономике области, расскажет Валерий Татаренков. Юбилейный год 25-летия независимости Республики Казахстан прошло немало значимых событий. Свой вклад в развитие экономики области сделало и акционерное общество «Жамбылгипс». Сегодня в торжественной обстановке здесь открыли первый в Казахстане цех по производству микрокальцита с годовой мощностью 50 тысяч тонн и гипсоварочного цеха с объемом производства 170 тысяч тонн в год. Данный проект был реализован в рамках программы индустриализации. Стоимость проекта составила 2,5 миллиарда тенге, проектная мощность 270 тысяч тонн в год сухих строительных смесей и гипсовых изделий с открытием 50 новых рабочих мест. Это позволит получать важную продукцию для строительной отрасли Казахстана и будет способствовать экономическому развитию как Жамбылской области, так и в целом республике. Поздравляю вас с открытием нового завода. Микрокальцит – тонкодисперный наполнитель, который используется при производстве сухих строительных смесей, бумаги, лака, красочной продукции, линолеума, изделий из резины и пластмассы, ПВХ-материалов и многих других. В целом завод уже запланировал повысить уровень экспорта на 25%. До кризиса «Жамбылгипс» 25% свою продукцию эксплуатировал. Мы вводом нового завода мы планируем 50% это самое эксплуатировать нашу продукцию. Это будет Россия, Киргизстан и также ближайшие зарубежья. Завод экономичный здесь, да. Расходы энергоносителей здесь по сравнению с старым заводом 6-7 раз сокращается. Так что мы думаем, что завод, продукция завода будет это самое пользоваться большим интересом. На заводе используются технологии последнего поколения и высококлассное оборудование, что дает возможность одновременно и бесперебойно производить широкий ассортимент гипса и сухих смесей высокого качества. Открытие новых цехов создало около 50 рабочих мест. Стоит отметить, что в рамках второй пятилетки индустриально-инновационного развития Жамбылской области реализуются 34 проекта общей стоимостью 512 миллиардов тенге. Планируется, что в результате появится более 5000 новых рабочих мест. Валерий Татаренков, Ермек Кеншимбек, 77 News.